Любовь Попова, подскажите, пожалуйста, всегда ли за мужество следует брать фамилию мужа? Это же идет подсоединение к его роду. Это как-то изменит судьбу женщины? Всегда. Дело в том, что вы должны посмотреть на род того мужчины, допустим, которым вы обручаетесь. Вот, допустим, если в его роде отец был алкоголиком, мама алкоголиком, очень дрались, ругались постоянно, то брать его фамилию не нужно. А если у него дедушка был академиком, если мама очень хороший предприниматель, если они благородные, милосердные, добрые, там и так далее, ну тогда смело берите. А если ваши семьи похожи, что у вас папа инженер, что у него и так далее, то здесь не имеет значения. Вообще, когда я начал со своей женой встречаться, то сказал ей: я тебе делаю предложение, но одно из условий, когда мы будем мужем и женой, ты должна носить мою фамилию. Она сказала: однозначно, 100%. Почему? Служение. Это важно. Ну и когда женщина говорит, допустим, мою фамилию оставлять или еще что-то, я хочу сказать вам, это, конечно, покажется обидным для женщин, но я хочу вам сказать. Смотрите, ваша мама имела фамилию вашего отца, а бабушка имела фамилию вашего дедушки. Поэтому женщина, она своей фамилии не имеет. Женщина не имеет своей фамилии. У нее либо отца, либо мужа. Просто об этом знайте. Поэтому, когда женщина... Там у меня мама была хорошая. Нет, род передается только по мужчинам. Поэтому если у вас мужчина в той семье вашей был алкоголиком, а у мужчины, который с вами там был столяром и хорошо зарабатывал, то лучше мужскую. А вообще, как бы по 100% говорю, идете замуж, берите и фамилию мужа, пусть гордится этим. Он дал вам возможность быть не безликим человеком, дал возможность иметь свою фамилию. Это единственное, что есть у мужчины, его фамилия.